Всем привет, уважаемые подписчики! Посмотреть очередную 12-ю серию второго сезона сериала «Первый отдел» вы сможете во вторник, 15 марта, на канале НТВ. В ней вы узнаете о том, как в Петербург приезжает генерал Харитонов из центрального аппарата, чтобы лично ознакомиться с резонансными делами. Дело о пропавшей полгода назад Ольги Самойловой он берет под свой контроль и поручает Брагину. Шибанов встречается в СИЗО с бандитом по кличке Акела, который просит помочь найти его девушку, исчезнувшую 3 месяца назад. В ответ Акела сдаст преступника по кличке Офицер. Брагин с Шибановым выясняют, что после убийства Самойловой Ольги было убито еще 9 девушек, но поиски маньяка заходят в некий тупик. Брагин допрашивает начальника Ольги Платонова и выясняет, что тот задолжал криминальному авторитету в Колыме большую сумму денег. За машиной Платонова ведется наблюдение и устанавливается прослушка. Жена Платонова начинает подозревать, что муж похитил деньги из семейного бизнеса ее отца. Платонов просит водителя Игоря от нее избавиться, так же, как он это сделал с секретаршей.